Я, Поехали, наверное, нахуй. проебал, наверное, вспышку. Бля, Захар похож на Джона Марстона, кстати. Из игры, из оригинальной. Я, наконец, Захара рассмотрел хоть, блядь. А то он что-то где-то бегал, бегал. Серег, мы тебя сейчас научим в покер, не волнуйся. Да. Ой, блядь, ебаный. Ведьмак, сука! Шрам сделал? Не вижу. Я не вижу, Серег, шрам сделал. У меня еще хуже. Серег, ты можешь купить фишки и рубиться с нами. Может, ты сейчас выиграешь, Захар? Ага, в Тоже. натуре два Сереги. Эликсир клонирования, да, принял? Ну. Ты знаешь, что такое покер вообще? Не знаю. Что я должен сделать? Это не дурак, Захар. Короче. На эти карты. Говно. Короче, блядь. Объясняю нахуй. У тебя есть две карты. Потом, когда сверху, видишь, 5 карт, когда раскрываются карты, ты должен свои сравнивать с теми, которые раскрыты. Чтобы у тебя были пары, тройки, последовательности какие-то там, например, от десятки до туза. Понял? Масть, чтобы одна совпадала. Так, понятно мне. И ты должен ставки, короче, либо принимать ставку, если кто-то поднимает, либо сам поднимаешь ставку, если видишь, что у тебя все пиздато, ты можешь, короче, поднять ставку, типа, ну, вверх эльку жмешь, поднимаешь ставочку, ну, на крестик ставишь. И все остальные должны ответить. Если они не отвечают, значит, они проебывают, ну, типа, пасуют. Блять, ну, танцующий Серега сзади, вот это вообще огонь просто, блять. Это супер, нахуй, сцена. Вот он у меня сзади стоит, я его не вижу. Что вообще тут происходит? Захар, пошли убьем кого-нибудь. Я не для этого в РДР пришел, чтобы в карты играть. В пасьянс, блядь. Сам ты пасьянс. Смотри, вот. Сейчас я немножко денег подзаработаю на этих лохах, короче. Пойдем кого-нибудь убьем. Юлька проиграла или не проиграла, я не понял. Она забрала фишки. А что это? А что это за прекрасная дама в черную? Ты чё, Джо Сотера не признал? Нифига. Да, чисто по наитию. А, я понял, короче. Серега как... Пасуй. Я кинул карты, давайте бейте их. Что вам от меня нужно? Я хочу убивать людей. Дайте хоть в камере какой-то подключиться.
Куда он собрал? Куда ты собрался выкладывать? Да, ты либо при... чек, чек, да, просто чек. Как их класть на стол, да? На какой клавиш? А Серегин клон, он просто под музычку стоит и танцует. Вон даже Серега обернулся, посмотрел на него. Рубашка модная, Серег. Интересно, у меня деньги хоть останутся? Конечно, модная, сам выбирал. А я говно не выбираю. Бля, это на улице дождь идет или... А, да, на улице. Ты думал, у тебя на улице уже дождь пошел зимой? Я думал, у меня на улице минус 15 дождь идет. А хули нет-то, блядь. Почему я не слышу дождя? Наушники хорошие, Сереж. Ах ты, падла, блядь. Сука рыжая, ну ты посмотри. Понятно. Потеряешь свою тысячу недель, я же сказал. Да я сейчас отыграюсь, подожди. Не садитесь с черным играть в карты, блядь. Я сейчас всех размотаю, нахуй. У меня хоть немножко денег останется, потом на волну. Ну, блядь, ну, это как я в твоем видео говорил, блядь, чем мы Захара первым разденем, блядь, потом Серегу. Так, это, наверное, как в первом Ведьмаке, только с картами, а не с кубиками, да? Ну, я говорю, ты должен сравнивать свои карты с теми, которые на столе. То есть, ну, чтобы у тебя были пары, тройки, четвер... ну, пара, три, четыре. Или там, например, комбинация, два короля, три дамы, там. Чтобы все одной масти. То есть, чтобы было пять карт одной масти, например. Ну, вон, L3 комбинации карт. L3. Ну и что? Ну вот, блядь, думай. Да, то есть пара от десяток считается. То есть если пара меньше 10, она очень слабая и как бы, ну... О чем мне вообще говорят, Захар? Пошли убьем кого-нибудь. Я вижу, рандом. Я вижу. Я на одной цифре не выпала. Я ненавижу рандом. Мне на мороженое не останется. На улице погода плохая. Сейчас, блядь, солнышко выглянет, и мы пойдем охотиться опять. И чё? И чё, мы так будем с двумя картами сидеть и ждать? Чё-то пойми чего. Ну, ты должен решать. Ставить, не ставить, принимать ставки. Сейчас я вас нахуй разделаю всех. А в чем интеллект, Сахатор? Ты должен, короче, переиграть противника. То есть понять, на самом деле у противника охуенные карты, и он, блядь, ставки поднимает. Или он блефует. Чтобы ты пасанул, типа, чтобы не терять деньги. И он забрал бы все бабки, нахуй. Кто кого наебет, короче. Это как бы МК-7 постер найти, да? Ну, что-то да. То есть у кого-то на самом деле охуенные карты, он выигрывает, а кто-то просто делает вид. Если игрок хороший, это уже будет рандом. Ну давай. Интересно, я выигрываю?
Наобум, да? Играть не умеет, но интересно, я выиграю или нет. Скрываемся, нахуй. У него было 10, а у меня был король, поэтому я выиграл. А в чем интеллектуальная была? У него выпала карта рандомная, и он победил. Ну, блять, видишь, это Юлька зассала, короче, со мной играть. Она пасанула, поэтому... У меня тоже ничего не было, но я-то, блядь, но у меня яйца есть, поэтому я, видишь, я до последнего сидел и делал вид, что у меня все заебись. У меня не было пары, у меня старшая карта просто... Да, у меня была просто карта старшая, король. Ну вот у меня сейчас тоже карта говно. Ну вот у меня Серега... опять здесь не выпало, я проиграю, да? Серега вот мне верит наверняка. Не, говори, говори, какие карты? Да, скажи. Если у тебя карта пизда, то мы сразу все пацанем, и тебе ничего не останется денег. А Джей это что, Джей? Джокер. То есть я победил? Ну посмотрим сейчас, победил ты. А что мне надо делать, чтобы победить? Перед последним раундом пацани не забудь. Джокером пацаны делать. Когда будет последний раунд? Когда все 5 карт выложены. Да ну нахер. Хотя... Блин. Не, ну можно как-то попробовать отыграть от этой комбинации. Хуёвой. Наихуёвейшей комбинации, но я попробую вас размотать. Кто-кто, блядь? Чёрный парень, кто же ещё? Серёга с Джокером, кто ещё? На. Ничего не понятно. Ну, конечно, черный палец с баблом. Рискнешь, Серег, принять вызов нахуй? Что, у меня есть кахонес? И ты знаешь, как ими пользоваться, да? Конечно. Я правильно понял перевод? Правильно, да? Да. Ну, видишь, даже уже в испанском начинаешь шарить потихонечку. Блять. Твою мать, все, короче, пацаны, пакуемся отсюда, нахуй. Сереге пара, нахуй. Да, если он Джей. Если он Джей с Кью не перепутал с какой-нибудь. Там мальчик или девочка нарисован, Серег. Не знаю, трансвестит какой-то. Серег, не забудь бросить, когда пятая карта будет. Так? Серёга, чё? Блядь, Серёга, ты... Ебать, Жос! Ебать, Жос, нахуй ты его так сделал? Нахуй ты дурака этого послушал, блядь? Он тебя, сука, пас... Ты пасанул, короче, то есть ты вышел из игры. То есть у тебя была пара, ты мог всех порвать. Вот Джус, нахуй, какой ты, блядь, жучара, а? Знаешь, что он... Знаешь, что он играть не умеет, нахуй, и так подставил его по-жесткому, блядь. Сейчас Серега, нахуй, 2,5 бакса забрал бы, блядь, себе. Стрит, блядь, ебать. Захар сейчас такой хуякс. Ай, блядь, Захар. Фига себе, стрит. Так, вот сейчас, походу, до меня дошло. Тебе не надо было... Серег, тебе не надо было пасовать. У тебя же были карты пиздатые. Джус просто... Вот, ну, сейчас выйдем из салона, ты можешь его отпиздить. В принципе. Прям как свинью запороть ножиком, нахуй. Нельзя девушек бить. Сереге можно. Он тебя не больно убьет. Мне все равно, Джусотер, как ты себя идентифицируешь, но я идентифицирую тебя как парня. В прошлый раз. Джей? Двойка и десятка, наверное. Ну, блядь, все равно бы он стрит не побил. Да все равно стрит проиграл бы. Мы его спасли.
Что это такое? Нихуя себе, Джилл, серьезный парень, блядь. Ебать, вы дикие, пацаны. Что делать? На. Ладно, давайте, накидывайте мне деньги. Накиньте мне денежек, короче, я сейчас 3 доллара соберу и можем расходиться. Желтый не понимает, что делать. А что происходит вообще? Что мне делать? В правом верхнем углу. И, допустим. И зачем ты... Пятерка, семерка. Ну, говно, конечно. Говно, конечно, но, в принципе, ты мог попробовать. Это ж рандом. Флэш. Понятно. Я в жопе. Учитесь, учитесь. Сука. Почему джусик? Нафига джусик какой? Саша. А почему джус выиграл? Семерка, десятка тоже вроде играли. А у него трефы. У него 5 треф получилось. Мне последняя карта доехала, офигеть. Зря рисковал. Серег, запомни, пас это типа ты сдаешься нахуй, а если ты хочешь до конца доиграть партию нахуй, то ты просто чек или принимаешь этот самый, ну или ставки повышаешь там, да, или чекаешь. А пас это типа ты... Поднять тоже не всегда надо. Ну да, если ты чувствуешь, что тебе... Фа-банк пойдут, и он тоже пойдет с двумя. Если бы не написали, хорошо у меня все или нет, я бы еще понимал, непонятно. О, уже ночь наступила? Ну да. Модель Серёги там стоит. Девочки тут не придут. Уже пора идти убивать. Самое время ты остался. Да ты в темно. Я тут сейчас попробовал ночью поохотиться. Нихуя себе набор. Я попробовал ночью поохотиться. Блять, глаза сломаешь, хуй кого увидишь там. У тебя лук есть, Серег? Нету. Ну хуй знает. Я просто не помню, откуда у меня лук. Я в магазине, ну, наверное, ладно. Купил. Просто с луком самая тема охотиться, потому... Вы чё, охуели? 96 центов, блядь. Ну ладно, хули, блядь, вы по-взрослому решили, да, поиграть, нахуй? Крутые тут собрались. А чё это вы все вскрылись раньше времени? Я без понятия, о чём мы не продолжаем. Чё это за покер такой? А, сейчас доложишь. Ебануться нахуй. И все бабки выиграли? Юля, нубище! Все забрали бабло, нахуй, она слилась. Так вот. У нас тоже ничего не было. Нет, 3 дамы выпало на борде. За счет 3 там нам... Короче, Серег, насчет охоты, блядь. Чтобы получить наилучшую, как бы, ну, шкуру, надо с лука хуярить в репу, нахуй, животному. То есть, если ты из ружья его расстреляешь, у тебя будет плохая шкура, и за нее как бы меньше денег.
Ну и плюс, если ты с ружья начнешь шмалять в лесу, нахуй, все разбегутся, нахуй, все зверье. А с лука ты крадешься, нахуй, на картах по стелсу подполз, нахуй. Кому ты это рассказываешь? Я в Last of Us играл. Ой, блядь, сиди, нахуй. Куда с лука стрелять, как не в рожу? В яйцо можно выстрелить, знаешь, как больно? Уж, как, ну, уж ты-то да, должен ждать. У меня просто такие охуенные карты, что я могу сейчас прям бак целый доллар поставить, нахуй. За раз, блядь. Вы все охуеете. Да, снимите шляпу. А, у вас их и нет, блядь. Только у Захара, вот как настоящий мужик в шляпе. Он говорит, блядь, сидят, нахуй, три волосатые, блядь, телки без шляпы, блядь, позорище. Блядь, что у тебя с руками? Хули ты говно какое-то раздаешь, да? Ты нормальные карты можешь выдавать, блин? С каких пор ты в помещении в шляпе вообще? Тебе этикету не учили? Это Дикий Запад, здесь можно. Ну, в баре стреляет, какой у него этикет? Все в баре стреляет. А, Серег, ты пропустил момент, мы тут хотели поиграть. Я, короче, пил виски, у меня бутылка закончилась, я нажал R2, ну как, пить, и выстрелил чуваку в плечо, когда сидел за столом. Пришлось убегать, нахуй, от полиции, нахуй, потом извиняться, блядь. Платить деньги. Да. Зато я всех спас, между прочим, потому что иначе школота бы там забила бы просто их всех. Кто? Конечно. Что за фигня? Короче, баба на раздаче бы... Да, блядь, баба на раздаче быть беде, нахуй. Ладно, вытяну из вас еще денег. Да, конечно. Тот у меня, блядь, всем какое-то говно выдаешь. Давайте, давайте мне все свои денежки. Серега умный. Серега не стал отдавать мне свои деньги. Бэм, нахуй. Дама сосать. Захатора чемпион. Блять, он, знаешь, он похож на Робина Уильямса немножко, только волосатого и немытого. Ну, я и говорю, на Робина Уильямса похож, прям мимими. Вот Захара я буду катать на лошадке, если чё. Между прочим, Захар такой же волосатый, как я. Ага. В натуре. Я только сейчас заметил, что у него там косичка торчит сзади, как у Сереги. Да, только тебе бы шляпу какую-нибудь только бы шляпу тебе посимпатичнее, а то это какая-то обрыганная. Накопим сейчас тебе денег, купим цилиндр пиздатый. Я видел там. У меня вообще он кожаная, блядь, с каким-то этим, блядь, с хуйней какой-то справа. Типа с картой. Так, ну и что это? Блять, еще одну бабу посадили на раздачу. Типа того. Ну, хули, блядь, сидит тут нахуй этот, блядь. Агент Перкинтона, блядь. Коварный, блядь. Меня покажут столом камера. Так, ладно, блядь, хуй с вами. Я карты ваши вижу. Еще кто из нас киберпанк переиграл, блядь. Самого там эти, блядь, сканируют, блядь, карты все. Понял, что в жопе, да? И решил ливнуть. Я увидел твои карты, да. Ты понял, насколько я крут? Не понял. Да, особенно твой банк, смотрю, 3.40, вот это прям крутость. Что-то чувствуется. Сука.
О, нихуя себе, какие сиськи там, блядь. Серега не дурак, Серега не ставит. Бля, как это у Захара денег больше, чем у меня, блядь? Че, оборзели? Хуело, нахуй. Захар, пошли выйдем, поговорим, блядь. Не, прикольно, если бы здесь можно было еще какую-нибудь хуйню, типа сидеть там виски пить, например, или там что-нибудь действие, блядь, совершать, а не тупо... Да, сидишь... Два туза. А говоришь, плохо раздаю, нормально раздаю. Я, Джус, я сейчас тебе скажу, нормально ты раздаешь или нет. У кого туз, тот... Тот король. Тот король. Серега, Серега такой недовольный, пиздец, прям, сука, злой нахуй. Да крандом же. Такой, лучше пошел бы чудовище убивать. Да. Сейчас мы пойдем чудовище убивать, Серег, подожди. Да, я отыграюсь хоть немножко, блядь, тут не позорно было вообще. Две пары тузы и ты. Фулл хаус, ебать. Я сказал. Я вовремя сбросил, я знал, кто ничего идет. Короче, предлагаю выдвигаться на охоту, народ, блядь. А то я так без денег останусь, блядь. Мы с тобой еще поговорим, рыжая. Вообще, я надеялся до утра поиграть, потому что сейчас, ну, блядь, ну ладно, пока мы доедем до того места, наверное, уже это... Немножко солнце встанет. Ну да, она там, блядь, почти 8 баксов заработала, нахера себе. Мне просто везет.